Возлюбленные, телекомпания 7 на 70 вновь в эфире. И сегодня мы проведем с вами чудесное время с нашим гостем. Это чудесный гость, известный американский физик, армянин, снискавший известность среди ученых как в Армении, так и в США. Итак, мой гость Гнел Дуриан. Здравствуйте, господин Дуриан. Во-первых, хочу сказать, я очень рад, что вы сегодня гость нашей передачи. И для нас вы долгожданный гость. Господин Дуриан, я хочу задать вам такой вопрос. Для многих странно слышать об этом. Ученый, физик, который верит в Господа. Скажите, пожалуйста, как вы, будучи ученым, физиком, пришли к Богу и стали последователем Христа? Скажу так. Еще с детства я интересовался всевозможными природными явлениями и захотел стать физиком. Мои родители были христианами, и, соответственно, я получил христианское воспитание. Я часто размышлял над тем, могу ли я, будучи верующим, заниматься наукой, в частности, физикой. Во мне шла борьба, и со временем для меня стало очевидно, что Бог является создателем не только христианской веры, Он также создатель физического мира. Значит, наука и вера должны как-то сосуществовать. Я стал думать над тем, есть ли у моей веры рациональные основания. Могу ли я изучать космос, углубиться в науку? И как все это соотнести с Библией? И чем больше я углублялся в это, тем очевиднее становилось для меня, что тот же самый Бог сказал: «Да будет твердь», и стала твердь. Итак, эти два направления отвечают на различные вопросы, но в то же время они дополняют друг друга. Итак, я понял, что наука и вера — это дополняющие друг друга истины. Я так это понимаю. В послании к римлянам написано, что природа, весь окружающий мир свидетельствует о существовании Бога. Но многие физики отрицают это, говоря, что это свидетельство не о Боге, а о силе природы. А что вы можете сказать по этому поводу? На этот вопрос я могу дать отличный ответ. В свое время астрономия выдвинула ряд вопросов, связанных с происхождением Вселенной. Прежде ни физики, ни астрономы не обращали на это внимания. И когда они увидели, что вопрос о происхождении Вселенной приводит к тому, что космос начался с нуля, то есть и материя, и энергия возникли из ничего. Следовательно, время и пространство имели начало. В результате был поднят вопрос, а что было до создания мира? В результате вопрос о происхождении Вселенной поднял вопросы религиозного и философского характера. С другой стороны, как и написано в моей книге, за последние 20 лет почти каждый месяц ученые открывали такие точные законы, что в результате их отклонения на 1 или 10% планета Земля погибла бы, и жизнь не могла бы существовать. Итак, либо мы должны утверждать, что все это случайность, либо что все это запрограммировано. На вопрос, как образовалась жизнь, сегодня нет ответа. То есть сегодня наука не может ответить на этот вопрос, как образовалась жизнь? Да, это так. Наука не может ответить на вопрос о происхождении Вселенной. И чем больше мы углубляемся в естествознание, астрономию и так далее, тем сложнее дать ответы простым, опытным путем. Господин Дуриан, хочу задать вам два вопроса. Мы не можем обойти их, поскольку мнения людей расходятся и противоречат друг другу. И один из этих вопросов, который я бы хотел вам задать, о происхождении Вселенной.
В этом вопросе верующие основываются на своем Святом Писании и верой принимают все, что касается происхождения Вселенной. А другой вопрос касается эволюции. Итак, что вы можете сказать об эволюции? Сегодня есть много приверженцев теории Дарвина. Они верят, что мир появился в процессе эволюции. Жизнь, а не мир. Потому что они говорят, что мир также произошел подобным образом. Интересно, но это полнейшее заблуждение, поскольку эволюция имеет дело лишь с жизнью. Ни астрономия, ни физика не подтверждают теорию Дарвина, который приписывает возникновение и развитие жизни исключительно случайным законам и естественному отбору. Естественный отбор возможен лишь при наличии кода, но в открытом космосе нет кода. Итак, если даже предположить, что Вселенная произошла в результате большого взрыва и так далее, подобное объяснение невозможно приписать только случайным законам. Я дам вам несколько примеров, но вопрос эволюции имеет несколько иную природу. Если не трудно, приведите несколько примеров о том, почему жизнь не могла появиться в результате большого взрыва. Можно услышать какой-то пример? Итак, существует начало. Ученые называют его Big Bang, то есть большой взрыв, который, согласно астрономическим законам, произошел примерно 13,7 миллиардов лет назад. Но помимо большого взрыва, есть еще такой вопрос. А что было до начала всего? Как могло из ничего произойти все? Энергия, материя. По законам физики это невозможно объяснить. И если взять ноль, то есть момент зарождения жизни. Это уже вера, так как нет ни одного физического закона, который мог бы объяснить, как из невидимого или из ничего могло произойти что-то. Это очень серьезный вопрос. Например, когда в 1972 году я был у Амбарцумяна, там я услышал, что космос существовал от вечности и не имел начала. Но сегодня у нас есть факты, говорящие о том, что начало существует, поскольку космос расширяется. И если мы пойдем назад, то был какой-то момент, с которого все началось, и время, и материя. И знаете, интересно, что только в Библии упоминается во втором послании к Тимофею и в послании к Титу выражение «до начала времен». Время создано Богом, и сегодня мы с вами подчиняемся законам времени. Итак, это первое. Второе. Рассматривая все те условия, которые были необходимы для обеспечения жизни на планете Земля, приходится иметь в виду более чем 90 так называемых точных законов. Эти условия и их физические параметры должны быть настолько точными, что их отклонение на 1 или 10% сделает невозможным жизнь на Земле. Сегодня количество звезд, которое нам известно, составляет примерно 1 с 30 нулями, миллиард на миллиард и на миллион. И логично, что существуют миллионы планет. Итак, именно все это подводит нас к тому, что есть запрограммированность, как я и объяснил. Если считать, что вероятность того, что эти более чем 90 точных совпадений являются случайными, равна, как если единица разделить на 10 в 40 степени. Разделяя единицу на такое число, мы получим нуль, не так ли? Вот как это объяснил один из моих друзей, астрономов. Он сказал, утверждать, что планета Земля возникла случайно, это то же, как если бы ураган, пролетавший на территории металлических отбросов, мог создать современный Боинг 747. Какова вероятность подобного? Я хочу задать вопрос, касающийся эволюции. Поскольку в христианском мире много говорят на эту тему, и мне бы хотелось, чтобы они услышали вашу точку зрения. Конечно, у христиан нет сомнений по этому поводу. Они знают, что теория эволюции неверна. Но ведь также существует микроэволюция. Есть много вопросов, относительно которых мы, христиане, можем ошибаться.
Конечно, что касается антропологии, то есть того, как был создан человек, мы уверены на все 100%, что Адам был создан Господом, то есть Бог создал Адама. По своему образу и подобию. И как написано в Библии, что он был прахом и станет прахом. И это факт, мы знаем, впоследствии человек превращается в прах. Но если посмотреть на окружающий нас мир, растения, камни, мы видим, что есть какие-то изменения, какие-то эволюционные изменения. Теперь, когда христиане говорят, мы отрицаем эволюцию, речь идет о полном отрицании или же только о том, что касается человека? Это очень интересный и важный вопрос. Скажу, что если принять эволюцию как механизм, то это относится к науке, и она не ставится под сомнение. Если те, которые не верят, что все создано Богом, они видят, что начиная с маленького одноклеточного до больших животных, все можно объяснить эволюцией. Говоря о ней как о механизме, у меня нет никаких вопросов. Но когда этот механизм используется для того, чтобы сказать, что Творца не существует, то это уже находится за пределами науки. Утверждать, что жизнь произошла только посредством случайных законов и естественного отбора, для этого необходима вера. Проблема здесь в этом слове только. Но Бог может создать жизнь в течение нескольких секунд, даже не за 24 часа, не так ли? Он Бог, и Ему возможно все. Итак, если рассматривать эволюцию как механизм, то в этом нет ничего неправильного. Как я уже сказал, микроэволюция происходит постоянно. Мы видим в лабораториях, как меняются микробы. Они становятся сильнее или слабее, контактируя со средой. Вопрос с макроэволюцией, то есть в том, как одно животное развивается в другое, как, например, рыба превращается в черепаху, и так далее, что трудно доказать. Да, люди находят ископаемых, которые, кажется, находятся между какими-то двумя видами. Но знаете, в истории эволюции, знаете, есть три вида науки. Первый вид — это эмпирическая наука, когда можно провести исследование в лаборатории и найти ответ. Второй вид — это наблюдательная наука, астрономия. Мы не можем изучать звезды в лабораторных условиях. Мы изучаем их посредством наблюдений, с помощью определенных законов. Затем делаем заключение, из чего состоит звезда. Третье — это историческая наука, то есть эволюция. Это то, что случилось в прошлом и больше не повторялось. И что интересно, ученые обнаружили, что ДНК шимпанзе и человека схожи на 96%. Это для меня новость, 96%? Это известный факт. У шимпанзе соответствует человеческому? При подробном исследовании этой цепи ДНК найдено, что разница лишь в этих 4%. И знаете, интересно, что именно верующий ученый-христианин обнаружил эту особенность ДНК 5 лет назад. Как бы там ни было, но разница лишь в 4%. И многие стали говорить: ну вот, посмотрите, если мы отличаемся от них лишь на 4%, значит, наши праотцы были шимпанзе. Но давайте не будем забывать, что разница между шимпанзе и человеком настолько огромна. Только у человека есть история, только у человека есть религия, только у человека есть юриспруденция, искусство. Да, с точки зрения телесной оболочки мы схожи. Бог создал и животных, и людей из праха. И так тело человека, и как тело шимпанзе превращается в прах. Это не важно, мы прах и в прах вернемся, но человек наделен сознанием. Есть разница, которую невозможно объяснить простой эволюцией. Поэтому Библия говорит, что Он создал нас по образу Своему. Знаете, когда в Библии написано про животный мир, как Бог создал их, говорится следующее. Бог создал животных по роду своему. То есть животные были созданы каждый по роду своему. Потом, когда речь идет о том, как создавался человек, написано, что он был создан из праха. Образно говоря, Бог изваял статую из праха и, как написано, вдунул в лицо его дыхание жизни. И тогда человек стал живым. Да, это так. Разница настолько велика, что невозможно сказать. И для меня утверждать глупость, что шимпанзе – мой дальний родственник. Когда я говорю с научными работниками, и они говорят,
Наши праотцы были шимпанзе. И я говорю, извини, это твои праотцы были шимпанзе. О моих же праотцах говорится следующее в 8-м псалме. Немного умалённы они пред ангелами, увенчаны славой и честью. Доктор, один вопрос относительно шимпанзе. Ведь наука доказывает, что эволюция была, предполагается, что была. Ученые предполагают. Да, они предполагают. Конечно, мы не можем утверждать, что так думают все ученые, но среди них есть и те, кто утверждает, что люди произошли от обезьяны. А как они объясняют тот факт, что шимпанзе не становится человеком сегодня? Они говорят, что для этого понадобилось 4 миллиарда лет, и списывают это на время. И поскольку мы живем в очень коротком промежутке времени, поэтому и не видим этих изменений. Вот здесь я хочу задать следующий вопрос относительно времени. Одна группа ученых утверждает, что мир существует уже несколько миллионов лет. Но из истории мы видим, что первая цивилизация, первый город, первое поклонение Бога имеет историю примерно 6000 лет. Ну, может, 7, не больше. И вот здесь опять происходит столкновение между учеными. Одни говорят, что это миллионы лет назад. Итак, если предположить, что теория Дарвина верна, что человек, который был обезьяной, развивался медленно, тогда как можно объяснить, что уже 6000 лет назад человек начал строить города и поклоняться Богу? Думаю, здесь есть несоответствие. Как вы считаете, сколько времени существует мир? Это очень серьезный вопрос. Во-первых, не может быть речи о 6000 лет. Сегодня в пещерах найдены манускрипты, свидетельствующие о существовании людей примерно 40 тысяч лет назад. Но как бы там ни было, допустим, что человечество существует уже 40 тысяч лет назад. Время для нас не должно играть роли, и я скажу почему. Когда Бог начал творить землю и все, что на ней, до сотворения Адама. В Библии говорится об этом так. «И был вечер, и было утро, и было то-то, и был вечер, и было утро, и было то-то, и так далее». Итак, до создания Адама понятие времени было абсолютно другим. Бог действовал в своем времени, которое не соответствует сегодняшнему нашему восприятию времени. Теория относительности, выдвинутая Эйнштейном, показала, что время изменчиво, в разных местах разные времена. И если Бог действовал со скоростью света, то тогда 24 часа для Него — это миллион лет для нас. И они равны друг другу. То есть время теряет свой смысл. Да, говорить о времени до нашего сотворения не имеет смысла. И еще одна интересная вещь. Знаете, что в еврейском языке вечер называется РФ, а утро — Бокер. РФ — Бокер, РФ — Бокер. Если вам доведется говорить с еврейскими учеными, то они скажут вам, что РФ — означает состояние хаоса или неразбериху, а бокер означает порядок во всем. Итак, эти дни можно объяснить следующим образом. Было сотворение хаоса, и Бог навел порядок вместо того, чтобы говорить о времени. Существуют разные объяснения, но для меня это не важно. Главное, это сделал Бог, и как Он это сделал. Я хочу вам задать такой вопрос. Мы знаем, что среди христиан существуют разногласия по некоторым вопросам. Я имею в виду разногласия по некоторым местописаниям из Библии. И, к примеру, в псалмах написано, что тысяча лет как один день, а один день как тысяча лет. Да, это так. Есть такое толкование, что Бог создал землю за тысячу лет, а другие говорят, что за один день. И здесь вновь мнения расходятся. Я полностью согласен с вами, что вопрос времени не так важен. На самом деле важно другое, что это сделано было Богом. Но все-таки, что вы думаете по этому поводу? Скажите, пожалуйста. Библия не научная книга. Через Писание Бог говорит, общается с нами. Да, это духовная книга. В Библии акцент ставится на следующем. Бог создал человека по своему образу.
для общения с Ним. Но в Библии нет всех подробностей, какую-то информацию Он сокрыл. Возьмем книгу Иова, 38 глава. Господь говорит: «Где ты был, когда было вот это? А ты знаешь, где вот это?» Бог задал Иову 25 вопросов, на которые он не смог ответить. Сегодня ученые смогли ответить лишь на 15 из этих вопросов. То есть Бог ставит акцент на духовном, на общении, любви. Не так ли? Наука же приходит на помощь и дополняет то, о чем умалчивает Библия. Если мы будем смотреть на это таким образом, то наука является помощью, а Библия — благословением. Да, очень хорошо сказано. Наука — это помощь, а Библия — благословение. То есть, если мы хотим иметь помощь и быть благословенными, то мы должны взять и то, и другое, и науку, и веру. Безусловно. То, что мы делаем здесь сегодня, происходит с помощью чудес науки. И Господь сам создал законы, чтобы мы могли изучить их, находить и использовать, не так ли? Итак, Бог дал нам ум, чтобы мы изучали их, изучали космос и тем самым прославляли Его, а не для того, чтобы мы говорили: «О, поскольку у меня есть разум и у меня есть ответы, то Бог мне не нужен». Это гордость. И настоящий ученый не может выражать подобные мысли. То есть наука не может дать научного объяснения, что означает «тысяча лет как один день». Это скорее вопрос, требующий духовного подхода. Да, то есть Бог вне времени. Миллион лет для нас — это один день для Него. То есть это выражение использовано как метафора. И не нужно понимать этот стих буквально. Когда Моисей сказал, что «тысяча лет для тебя как один день», он имел в виду, что ты — бесконечный Бог, вне времени, и время не имеет власти над тобой. Это мы живем во времени 70 лет, максимум 80. Давайте уточним. У науки есть свои границы. Оно основывается на опытах и фактах, предлагают новые технологии. Но когда поднимаются серьезные философские вопросы, почему я живу, в чем смысл жизни, есть ли жизнь после смерти, то это находится за пределами науки. То есть, когда наука подходит к дверям смерти, там и умолкает. Да. Некоторые ученые взвешивали умершего сразу после того, как он испустил дух, и обнаружили, что он весит чуть легче, чем при жизни. Но лично у меня нет доказательств, хотя я знаю, что после смерти дух человека покидает тело. Но для тех ученых, которые не верят в Бога, крайне удивительны и непонятны свидетельства людей, которые в течение 5, 6 или 8 секунд, а в некоторых случаях даже в течение получаса, находились в состоянии клинической смерти. Они свидетельствовали, что выходили из своего тела и наблюдали со стороны за происходящим. Рассказывали такие вещи, что приводило в замешательство врачей, поскольку это невозможно доказать научным опытным путем. Наука основывается на опытах. Ставится один опыт за другим до тех пор, пока у них не будет уверенности на 90 или 95%. Поскольку причина в том, что мы говорили с вами, многие заблуждаются, думая, что мозг и разум — это одно и то же. Но когда мы смотрим, на самом деле, когда мозг отключается и человек умирает, но вдруг ты чувствуешь, что разум продолжает работать. Но, разумеется, остается. И люди, пережившие клиническую смерть, говорили: «Мы видели тебя, ты делал то и то». Ведь мысли выходят из духа и озаряют наш разум, не так ли? Да, это так. Христианская вера говорит нам довольно недвусмысленно, что Бог дал нам дух и душу, которые останутся до дня воскресения, когда мы получим новые тела. Знаешь, интересно, зачем Богу восстанавливать наши тела? Это означает, что Бог любит физический мир, эту землю. Индусы и другие говорят, что видимый мир — это плохо. Забудьте о нем. Мы должны быть выше всего материального, находиться в нирване. Для христианина — дух и тело. Для Бога тело важно так же, как и дух.
Именно поэтому Христос был в теле. Он ел, разговаривал. Опять же, означает, что Бог ценит физический мир настолько, насколько и духовный. Это Его создание. И что говорит Писание? Бог увидел все созданное им хорошо. Конечно, потому что есть одно очень известное местописание, и, наверное, христиане всего мира знают это местописание. Это Иоанна 3:16, где написано, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. И знаете, доктор, я не думаю, что, например, создатель марки «Мерседес» любит своей машине, предположим, только ее мотор. Да, это так. Он любит эту всю машину. Да, это аналогичная картина. Возлюбленные, наша передача подошла к концу. Мы обязательно продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами и следите за нашими передачами, потому что следующая передача будет намного интересней. Просто следите за нашими передачами, и вы поймете, что наука и дух идут рука об руку. Будьте благословенны, Бог с вами. Извини, Анжела, у тебя есть минутка? Конечно. 3, 4. Начиная с этой минуты, я обещаю, что всегда буду честен на работе, ласков с детьми, отдам все долги, буду любить свою страну и всех людей вокруг, и всегда выбрасывать фантики в урну. Ты спрашиваешь, почему? Потому что я хочу быть в раю! Гарик, это ты уже третий раз за месяц, как ты делаешь это обещание. Почему ты думаешь, что сможешь сдержать его на этот раз? Потому что на этот раз я пригласил органиста. Органист никак не поможет тебе попасть на небо. Да, но это усиливает мое решение. Гарик, никакие поступки не дают тебе права быть на небе. Это дар Божий тем, кто верит в Иисуса и принимает Его прощение. Разве не нужно держать слово? Нужно. Но не для того, чтобы заработать себе место в раю. А, кстати, о долгах. Можешь мне отдать те 700 рублей, которые ты занял на прошлой неделе? Прости, я заплатил органисту.